остывший очаг никогда никого не согреет, иссякший родник напоить никого не сумел, разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни любить. Разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни любить. Быть может, и ты, как потухший во мраке костер, согреть никого из людей не сумел до сих пор. Быть может, и ты, как иссякший от зноя родник, и кто-то напрасно к тебе сильно жаждой приник. Быть может, и ты, как иссякший от зноя родник, и кто-то напрасно к тебе сильной жаждой приник. Быть может, давно ты не чувствуешь Божьей руки, вместо сосуда остались одни черепки. Быть может, душа твоя вянет, как вянет трава, а ты не знаешь того, что она уж мертва. Быть может, душа твоя вянет, как вянет, а ты не знаешь того, что она уж мертва. Призван гореть ярким пламенем Божьей любви. Не будь же огарком коптящим, гори и живи. Среди темноты и греха будь горящим костром, в полуденный зной будь прозрачным, живым родником. Ты греха будь горящим костром, в полуденный зной будь прозрачным живым родником. Спеши к совершенству, и совесть пусть будет чиста, и люди тогда вновь увидят живого Христа. Ему одному воздавай благодарность и честь, чтоб имя Иисуса в тебе смог бы каждый прочесть. Ему одному воздавай благодарность и честь, чтоб имя Иисуса в тебе смог бы каждый прочесть.